Антон Парваткин, 20 лет, родился в Саратове. Студент, утверждает, что не боится камеры. Жизненное кредо – иду к успеху. Конкуренция не перестает удивлять. Вторым заданием был социальный эксперимент. Жанр интересный и сложный из-за того, что приходится провоцировать незнакомых людей на какие-либо действия, возможно, не всегда приятные для них. Я думаю, что все участники справились, но высший балл получит сильнейший. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Я думаю, сейчас это очень быстро пройдет. Я просто буду подходить. Дайте нет. И все, сразу закончится. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.